Мэр города Юрий Шалабаев посетил новоселов, которые в конце 2022 года переехали из аварийного фонда в новые квартиры. Всего в прошлом году из аварийного жилья были переселены 1500 человек. В целом довольны? Очень, да. Какие есть вопросы? Нет, очень довольны. Нормальное качество жилья, ничего, окна не протекают, ничего? Нет, ну потеет много, потому что они, потому что тепло, в квартире тепло. Старая квартира была два раза меньше, как бы там у нас ни водопровода не предусмотрено было, ничего. Переживали, как бы у нас тут что не провалилось, что не сломалось, да, что-то. Здесь вообще очень удобно. Просторно, замечательно, у каждого есть свой уголок. Даже когда мы вот переехали сюда и потом ездили еще на эту старую квартиру, было такое счастье какое-то, вот мы в городе жили. Ну, во-первых, ехал дом. То есть, вы знаете, вот удивительно здесь, что мы ставим мебель, она никуда, ничего не надо подкладывать, все стоит на месте. Дом ехал так. Во-вторых, он был, знаете, какой, как решето, где не сядешь, везде дует, как, знаете, так продувался, такой ветер ходит. В 2020 году мы еще не покупали квартиру на этапе строительства и не строили дома сами, да, мы покупали на вторичном рынке. Это, конечно, такое сильное ограничение в части количества квартир, которые мы можем купить. Ну, для примера, в 2020 году мы, по-моему, 37 или 38 квартир для расселения всего купили. В 2021 году уже 90 часть покупали на этапе строительства по договорам долевого участия. А в 2022 400 квартир